Ребята, вы на канале Лиза Лизончик, и я с вами Лиза. Наконец-таки я вернулась. А вчера я не снимала влог, потому что чувствовала себя не очень, да, в принципе. И сегодня я себя так же чувствую, то есть у меня такая сильная слабость, ужасно болит голова, то есть я толком ничего делать не могу. У меня в комнате случилась небольшая перестановка, сейчас я немного расскажу, что это как. Я вот сейчас стою возле окна, как видите. Вот так вот выглядит моя комната, не знаю, видно вам или нет. Ну, в общем, кровать раньше была тут, но теперь она вон там. Я ее специально поставила для одной идейки. Мне было это, ну, специально так сделала. Вот, в следующем году кое-что на стене здесь будет, и поэтому я специально так еще и сделала. Вот. В принципе, больше ничего не изменило. Все так же на своих местах, только появилась картина и часы. Вот. Больше ничего такого и не было. Не появилось. Вот. Вчера мне ничего не было такого прям интересного. Но зато в сегодняшнем видео, в перерыве где-то между клипами, вы будете видеть фотографии или снимки животных. Когда мы ездили, мы просто ездили в Лобзаково, и я там снимала небольшое видео, только без голоса, без ничего, просто там показывала медведь, там тигров, я не знаю, ну, всех подряд, короче. Вот, и будут еще фотографии также с подъемника. Вот, надеюсь, вам понравится, потому что это видео я буду такое впервые снимать, то есть не просто вот моя жизнь, а еще вот прошлые дни, как-то так. Вот, кстати, погода у нас хорошая, только сегодня когда пасмурно, но это и хорошо, потому что думала то, что сегодня будет прям тепло, но сейчас, кстати, погода еще такая вот более-менее, потому что там облачно, ничего такого интересного нету. Вот, я уже успела внизу помыть полы, ну, как просто надо убраться, пока никого нету. Вот, и сейчас я думаю, чем вообще заняться. Я буду, наверное, продолжать смотреть «Женский доктор». Но это мой любимый сериал. Я опять начала его смотреть, причем второй сезон. Первый я ничего не очень хочу, а именно второй смотрю. Второй, третий я прям хорошо просмотрела, и вот сейчас еще опять начала смотреть второй сезон. Вот. Ну, мне нравятся такие сериалы, я их люблю, и поэтому я их и смотрю. Вот, Алисника, кстати, уехала, все, целую неделю без нее. Сегодня мы с мамой ночуем, скорее всего, одни, без папы. Но, возможно, папа приедет, я не знаю. Может быть, сегодня еще сгоняем на озеро с папой. На велосипедах или же на машине. Вот, у меня еще остались Алисины игрушки на столе, вот вы их видите. Вот, это все. Вот, я еще даже не убиралась, мне еще не надо в этой комнате помыть полы и протереть пыль и еще подмести. Ну, в принципе, так вот примерно убраться, хотя, в принципе, у меня и так чисто. Вроде ничего такого и нету. Вот, поэтому сейчас я буду продолжать смотреть «Женский доктор». Смотри, я сейчас спустилась вниз. Время уже 11:30, а я хочу есть. А есть дома нечего. Я думаю, что же мне поесть-то? На столе вроде ничего такого вкусного я не вижу. Хотя нет, есть... Для меня ничего я не очень хочу, хотя один съесть чуть-чуть можно. Вот. Надеюсь, он будет вкусненький. Мама вчера просто блины готовила. Вот. Очень вкусно. Люблю блины есть. Посмотри, как у нас пигмасика. Дети моя маленькая. Это промягчало сейчас так мило. Вот, кстати, я скажу, сколько на улице градусов. Кстати, на улице прям вообще сегодня замечательно просто. Сейчас вам скажу даже. 28 градусов, но, знаете, даже вот не чувствуешь вообще эти градусы. То есть, как раз 25-24, там, так вот. Я представляю себе это так. Еще у нас, кстати, малыши. Они точно такие же, да. Они не выросли. Не знаю, почему они не растут, но весь его мама добавляет. И, скорее всего, 3 мальчика. Ну, 2 мальчика это точно, а вот одного я еще не смотрела. Один прячется от меня и сидит все время в домике. Ну, выходит только изредка, уже ближе к вечеру. Вот, а ближе к вечеру я наверху там. Показываю там, а сама им, блин. Ладно. Вот. Кстати, опять завтра я буду снимать рантурчик для вас. Вот, но не скажу, чего именно. Либо же огород и всего этого, либо рум-тур дома.
Ребят, в принципе, ничего такого нового не происходит у меня. Время, в принципе, уже где-то ближе к 4, ну как, там может быть 15, нет, никакой 15, даже 16-20, не думала, что поздно уже, ну ладно, что ж. Вот, скоро мы пойдем с мамой в магазин. Я сегодня вообще ленюсь, ничего не делаю, хотя я помыла полы и перебрала ягоды. Вот, то есть после магазина мне надо помыть полы в комнате, потом поднести, ну или до этого поднести, потом помыть, и потом протереть везде пыль. Потому что мне до сих пор пахнет мебелью в комнате, это очень странно. А потом мне надо, папа красит ванну, мы купаемся, а до этого мне надо еще успеть сделать зарядку. Ну не зарядку, а упражнение. Вот, надеюсь, не получится все это. Сейчас сначала только надо сходить с мамой в магазин, чтобы потом уже не думать, что мне куда-то идти и тому подобное, потому что там уже не стало. В общем, вы поняли. И к тому же, мне кажется, после всех упражнений и после мытья полов проще сразу в ванну и все. Вот, я сегодня ничем не занималась после обеда, вот вообще ничем. Знаешь, позидаю, что в другие дни, потому что делать-то нечего. Хоть лето вроде. Извиняюсь за некоторый шум, если вы будете слышать. Просто я здесь сижу, у меня вентилятор, как вы видите. Я просто вообще, блин, так потею тут. Это вообще лето, это вообще ужасно. Я в комнате душно, жарко. Хоть ты открываешь двери и окно, у тебя все закрыто. Просто оно не помогает. Ты сидишь возле вентилятора, а он хоть и помогает. А так комнату он вообще не освежает. То есть проще здесь будет и все, больше ничего не делать. А хорошо как раз окно ближе к вечеру уже, когда становится прохладно, и тогда прохладный воздух идет сюда. Ну а вот, а когда наступает уже сам день, окно не откроешь, потому что будет идти теплый воздух, а не прохладный. Приходится использовать вентилятор. Но скоро у меня будет здесь кондиционер. Кстати, сегодня я, скорее всего, закажу уже все с Алиэкспресса, потому что, блин, уже пора. Вот, блин, я так не хочу ехать в больницу, не помню, говорила вам или нет. 2 числа я ложусь, или 6 я ложусь в Челябинск на обследование, на детский тест, на Туманту. На руку, короче. Вот, и, блин, так не хочу. Господи, ну потом уже то сразу почти, мы летим уже в Крым. Честно говоря, как-то страхово лететь на самолете, потому что не знаю, что может быть. Хотя мы сначала, то есть, летим от Магнитогорска до Москвы. Москва, то есть, от Домодедово вроде. Потом от Москвы до Домодедово мы летим уже в Симферополь, а от Симферополя мы едем в Алушту. Да, мы едем в Алушту, не помню, говорила вам или нет. Но вроде как нет. Ну вот. Что же вам еще такого рассказать? То есть у меня вот сейчас лет начнется самое то, то есть уже, в принципе, вот ближе к 20 числу начнется прям суперское лето, потому что с 20 числа мне надо сдать уже будет все анализы, пройти врачей под больницей, в общем-то будет ужасно. И да, ребятки, сразу вам скажу то, что в больнице я не смогу снимать видео, потому что там это как-то, ну, не разрешается, что ли, не знаю, как объяснить, вот. Я удивляюсь, как я сама сейчас так сижу, потому что сзади у меня никакой опоры нет. Я просто напрягаю сейчас свою спину, потому что, блин, у меня уже спина устала, а так я хотя бы хоть как-то легче. Вот. Короче, сейчас буду также сидеть, а потом пойдем с мамой в магазин. Ребята, не смотрите на мою прическу, хотя нет, можете, ладно. Сейчас мы уже с мамой пришли с магазина, я все мокрая, как обычно. На улице такая жара, честно говоря, сейчас вам покажу. Так вот, все выглядит. Ну это капец, как там жарко, я чуть ли не умерла, пока зашла от магазина и до магазина. Капец. О, ужас какой-то. Исключила вентилятор, чтобы хотя бы как-то освежиться. Поднялась себе разгрушенная кровать, потому что мне сейчас надо подмести пол, а потом уже и помыть его, вот. Сейчас поднимаю зарядник, начинаю надо поднять с пола и начинаю небольшую уборку. Вот, кстати, пыль, я думала, что завтра, потому что чуть не сегодня это лень. Ну, как лень, не очень хочется, поэтому завтра я сделаю это. А сегодня я помою ее и подмету пол. Ну, прям надо хорошо это все сделать. Вот, только не знаю, как, куда мне здесь вентилятор. Кровать его тоже, ну, нет, ладно, пусть будет так. Вот, потом буду делать уже всякие там упражнения. Думаю, это будет нормально хоть.
Вот, можно сделать и позже, но я сделаю сейчас, потому что время уже без 15:05, все это закончу подметать и мыть пол, я закончу примерно в 5, 15 минут 6 примерно. Вот, и потом сразу я буду делать упражнения. После упражнений я с вами свяжусь минут через 30, но для вас это примерно будет секунда. Гоша! Красивый! Гоша! Мам, да? Вижу, похоже. Один в один. Дико, а это какой грязный, это у них затор. Теперь это уже лев. Ребята, я уже покупалась, все хорошо. Я сейчас сделаю себе десерт из ягод и сахара и сметаны. Это очень вкусно. Вот у меня на целый вечер. Сейчас я делаю печенки с макаронами. Может, кушать хотела. Вот. Изредка я просто ужасно устала. Так не представляете, насколько. Сейчас я буду продолжать делать уже мой десерт. И потом пойду наверх. Сделала себе такой десерт. Он, у меня его очень много, но зато он у меня на целый вечер, в общем. Ребятки, сейчас сижу. Время, сейчас скажу точно, время 9:30. Сейчас уже пойду умываться, делать все свои дела. Так прикольно, если делать все так вообще. Я не знаю, что с ними такое. Ну, как-то они у меня такие почему-то стали. Впервые такое. Вот сейчас уже пойду умываться, чистить зубки, потом тоник, подготовка ко сну, потом, возможно, усну, а может быть и нет. Я не знаю, что будет дальше. Вот. Нет, я просто сказала ни к чему. Ну ладно. Какой же. Качество какое-то странное. Вроде нормальное, а вроде какое-то странное. Вот, я, честно говоря, немного спать хочу. Вот, и... А вроде не хочу, а вроде хочу и ночью не спать. Вот. Ну, я не знаю, что будет дальше. Если захочу сильно спать, я усну. А если нет, то нет.